Здравствуйте! Сегодня вам хочу показать, как связать вот такую шапочку-шлем для ребенка. Как вы заметили, здесь еще есть манишка. Поскольку ребенок находится не в моем населенном пункте, пришлось надуть шарик на объем головы ребенка и вязать. Здесь связаны жгуты по шапке, шея, воротник, двойная полая резинка. И дальше уже связана манишка крючком. Жгуты я не стала сюда вязать, потому что я побоялась, что здесь будет очень толсто, и когда наденут одежду, они будут мешать. Поэтому я связала крючком. Он тоже довольно-таки плотный узор этот. Итак, начнем. Поскольку мы будем вязать дистанционно, то есть ребенка рядом с нами нет, он находится в другом населенном пункте, я надула шарик размером 48 сантиметров по окружности, завязала его, на прищепку подсоединила и в банку. И вот на него мы будем вязать и мерить. Для вязания я взяла семеновскую пряжу Ольга, 392 метра в 100 граммах, 50% шерсти и 50% акрила. Значит, здесь указание вязать спицами крючком номером 2,5 или 3. Вязать я буду спицами номер 3. Для резинки шапки мы должны набрать 90 петель. Значит, на дополнительную нить я буду набирать петли, чтобы резинка не стягивалась. Делаем петлю. Прикладываю спицу. И набираю петли. Этот набор я вам уже в одном из видеороликов показывала. Итак, я должна набрать 90 петель. После того, как мы набрали 90 петель, ниточку обрезаем и здесь завязываем узелок. И начинаем вязать резинку один к одному. То есть одна лицевая, одна изнаночная, лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. Итак, мы должны провязать резинкой один к одному три
сантиметра. Ну вот, связала я резинку 3 сантиметра, а вот отмечала ряды. Хотя у меня есть счетчик рядов, ну как-то я уж по старинке отмечаю на бумаге или вот на доске. Далее поступаем следующим образом. Кромочную снимаем, делаем накид, 2 петли вместе. Накид, 2 петли вместе. Накид, 2 петли вместе. И так вяжем до конца ряда. После того, как мы провязали накид 2 вместе лицевой, поворачиваем вязание и опять вяжем резинку один к одному, тоже 3 сантиметра, и у нас должны ряды совпасть. Может быть, у вас там и не 3 получилось, но ряды должны совпасть обязательно. И вяжем. Над лицевыми вяжем лицевые, накиды изнанкой. И вот этот ряд уже будем, когда довяжем до конца, будем отмечать. После того, как мы связали вторую часть резинки после перегиба. Значит, если вы вяжете на дополнительную нить, то у вас ряды не совпадут. Вы же один ряд не связали изначально. Вы его вязали на дополнительную нить. Значит, у вас количество рядов не совпадет. Один ряд не довязываем. Вот если мы свернем пополам, вот, один ряд я не довязала, но у меня высота этой резинки совпадает. Теперь переходим к тому краю вязания, где мы завязывали узелок. Его развязываем. И начинаем распускать. Обычно на дополнительную нить, когда простым набором, когда вяжем простыми рядами, то есть лицо и изнанка, ряд распускается, дополнительная нить распускается легко. Но поскольку здесь резинка у нас, здесь нужно каждую вытягивать петлю, либо разрезать вот эти петли дополнительные и распустить. Значит, в резинке, по крайней мере, один к одному, вы можете распускать спокойно. У вас петли не убегут. Вот они. Петли резинки, они никуда не денутся, они закреплены. Можно разрезать. Итак, мы распускаем наборный ряд. Теперь мы переходим на спицы номер 3,5. И мы должны набрать, вот у нас было 90 петель, а мы должны набрать 100, выйти на 100 петель. Вот я распустила дополнительную нить. Петли никуда не убегают. Но учтите, это только в резинке один к одному. Когда будете вязать 2 к 2, проверьте, будут ли они распускаться. Что еще хочу сказать?
Раппорт у нас будет составлять 14 петель. После того, как мы распустили дополнительную нить, мы соберем наше вязание на одну спицу, причем на размер 3,5. Сначала мы берем эту петлю, потом эту, затем эту, затем отсюда, отсюда со спицы и здесь распустили. Отсюда петлю, отсюда. Итак, мы их должны собрать. Не пропустите петлю вот на этом ряду. Вот, и так мы их собираем. И вот так у нас получится. Вот, собрала я петли. Для удобства можно их собрать на ту же спицу, на тот же номер спицы, который мы и вязали. А теперь уже переходить на спицу номер 3,5. Нам нужно выйти на 100 петель. Значит, мы 10 петель, а у нас 90. Мы 10 петель должны прибавить. Теперь берем еще одну нить. Я буду вязать в 2 нити. Берем спицу номер 3,5. И вот эти две, они у нас будут идти как одна. Провяжем, закрепим. Затем у нас пойдут вот эти две петли, будем считать как одну петлю. То есть одна с одной стороны была, другая с другой. Вот эти две петли провязываем лицевой. Одну лицевой и вторую лицевой. Затем у нас пойдут две изнаночные. Одна, две. Теперь должны пойти 6 лицевых. Но для того, чтобы нам выйти на 100 петель, мы должны прибавлять. Вот одну провяжем лицевой. Вторую, третью возьмем из протяжки, то есть из петли, которая между петель. Это будет у нас 3. Четыре. Пять, шесть. Шесть петель мы набрали для жгута. Опять две изнаночных провяжем. Не забывайте захватывать одну и вторую петлю. Одна изнаночная. Вторая изнаночная, две лицевых, итого у нас здесь должно быть в раппорте 14 петель плюс одна кромочная. Считаем кромочные: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все, раппорт мы сделали. Ставим маркер. Я их нарезаю от трубочек для коктейля. Опять у нас пойдут 2 лицевых. 2 изнаночных.
6 лицевых. 1, 2, 3. Одну лицевую берем из протяжки. 4. 5, 6, 2 изнаночных, 1, 2, 2 лицевых, 1, 2. Ставим маркер. Сразу проверяете. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14 петель. Раппорт есть. Значит, набрали мы 2 раппорта полных. И вяжем дальше. 1 лицевая, 1 лицевую возьмем из протяжки, 2 изнаночных, 1, 2, 6 лицевых, 1, 2, 3. Четвертую возьмем из протяжки. 4. 5. 6. 2 изнаночных. 1. 2. 2 лицевых. 1, 2. Считаем петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Раппорт есть. Ставим маркер. Опять 2 лицевых. 1 возьмем из петли. 1 возьмем из протяжки. 2 изнаночных. 1, 2, 6 лицевых, 1, 2, 3, четвертую из протяжки. 5. 6. 2 изнаночных. 1. 2. 2 лицевых. 1. 2. Считаем петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Значит, чтобы было удобно, посчитайте петли и разделите на 14, чтобы знать, где вам прибавлять. Один, два, две лицевые, две изнаночные, один, 2, 6 лицевых, 1, 2, 3, 1 из протяжки, 4,
5, 6, 2 изнаночных, 1, 2, 2 лицевых, 1, 2, считаем, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь считаем оставшиеся петли, чтобы обошло 2 раппорта. И вот остались у нас петли на 2 раппорта. Значит, вы их посчитаете и распределите, как прибавить. Будем прибавлять так. 1 лицевая, 2 лицевую с протяжки. 2. 2 изнаночных. 1, 2, 6 лицевых, 1, 2, 3, 1 из протяжки, это будет 4, 5, 6, 2 изнаночных, 1, 2, 2 лицевых, 1, 2, считаем, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ставим маркер и считаем, сколько здесь петель осталось. Кромочную мы не считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. То есть здесь нам нужно прибавить только одну петлю. Значит, вяжем 2 лицевые, 2 изнаночные, 6 лицевых, 1, 2, 3, 1 из протяжки, 4, 5, 6, 2 изнаночных, 1, 2, 2 лицевых, 1, 2 и кромочные. Проверяем последний раппорт. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и кромочная. Все, мы разбили на раппорты и добавили 10 петель. То есть у нас было 90 на спицах номер 3, а получили мы 100 петель на спицах номер 3,5. И теперь вяжем изнаночный ряд. Значит, 2 лицевых. 1, 2. Еще 2 лицевых, 1, 2. 6 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 лицевых, вот они у нас есть. Которые были 2 лицевые с той стороны, мы тоже их провязываем лицевыми. То есть в изнаночном ряду 4 лицевых. 1, 2, 3, 4.
6 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, и опять 4 лицевых, 1, 2, 3, 4, опять 4 лицевых, 1, 2, 3, 4, 6 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 лицевых, 1, 2, 3, 4. Вот и так вяжем до конца ряда. Довязала я изнаночный ряд до конца и переходим опять к лицевому ряду. Кромочную снимаем. 2 лицевые. 1, 2. 2 изнаночных. 1, 2. 6 лицевых. 1, 2, 3, 4. 5, 6, это у нас будет жгут. 2 изнаночных, до и после жгута 2 изнаночных. Вот они будут тут 2 изнаночные и 2 здесь. А здесь будут лицевые 1, 2. Еще 2 лицевых. 2 изнаночных до жгута. 1, 2. Жгут пойдет 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 изнаночных после жгута. 1, 2. И 2 лицевых. Итак, мы должны вязать до конца ряда. Довязала я лицевой ряд. И переходим опять к изнаночному. И вяжем точно так же, как и в прошлый раз. 1, 2, 3, 4 лицевых. 6 изнаночных. 1, 2, 3. 4, 5, 6 и 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Опять 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 4 изнаночных. И 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Итак, вяжем до конца изнаночный ряд. Вот я связала 6 рядов. Вот, провязано 6 рядов. Теперь приступаем к вывязыванию жгутов. Я вывязываю жгуты шпилькой для волос. Кто как может. Кромочную снимаем. Провязываем 2 лицевых. 1, 2. Провязываем 2 изнаночных. 1, 2. 2. Следующие 3 петли снимаем на дополнительную спицу, либо на шпильку, кто на что как привык. И укладываем перед работой. Провязываем 3 лицевые.
петли с дополнительной спицы или шпильки опять возвращаем на левую спицу. И их провязываем лицевыми. Один, два, три. И вот у нас получается жгут. А сбоку от жгута изнаночные петли. Вот они. Чтобы жгут выделялся. Затем беру маркер и в лицевом ряду отмечаю одну петлю. Чтобы мне потом было легче считать ряды, в каком ряду, через сколько рядов я должна делать жгут. И после жгута опять провязываем 2 изнаночных, 2 лицевыми. Следующий раппорт опять 2 лицевых, 2 изнаночных. Три лицевые петли снимаем на дополнительную спицу и укладываем перед работой. Провязываем 3 лицевых, 3 лицевых. С дополнительной спицы возвращаем на левую спицу петли. И провязываем их лицевыми. Провязываем 2 изнаночными. И 2 лицевыми. И вот у нас получается такой рисунок, то есть жгуты, по бокам от них изнаночные петли, а здесь в середине между изнаночными платочная вязка, то есть с лицевой и с изнаночной стороны вяжем лицевыми петлями. И так продолжаем до конца ряда. Хочу обратить ваше внимание, что периодически проверяйте объем шарика по окружности, потому что шарики сейчас такие выпускают, которые сдуваются, и вы неправильно все рассчитаете. Теперь мы поступаем следующим образом. На шарик надеваем наше вязание. И вот это расстояние, самый верх шапочки, мы должны не довязать 3 сантиметра до прямой линии, вот здесь, до затылка. 3 сантиметра. Эта часть вязания пойдет на загиб, и тогда будет ровно по голове лежать ребенка. Теперь, значит, нам все петли нужно разделить на 3 части. У меня здесь 100 петель. 100 петель. Из них 2 кромочные. Получается 98 петель. 98 петель я должна разделить на 3 части. То есть определить центральную часть. Получается 32,6. Раппорт у меня 14 петель плюс
9 петель я беру с одной стороны, добавляю к центру, и 9 петель с другой. И в сумме у меня получается 32 петли. Значит, у меня получается разбивка такая. Вот здесь 32 петли, это будет в центре. А здесь мы уже будем делать соединение центра с боками, как в пятке. Вот я голубыми маркерами отметила середину шапки, центральную часть. И дальше вяжем, заканчиваем эту серединку. Заканчиваем жгут, перемещаем петли. И дальше у нас жгут не закончен, вот один и второй. А с этой стороны иду в центре, они закончены. Поэтому нам нужно заранее их закончить, не провязывая, просто пересняв петли. Мы должны дойти до первого жгута. Иначе, когда петли будут ввязываться в работу, вот эти боковые, жгут будет незавершенным. А мы его должны завершить. То есть петли должны поменять местами, просто поменять. Снимаем 3 петли сначала на дополнительную спицу перед работой, потом переснимаем с левой спицы оставшиеся 3 и со спицы, и с дополнительной спицы надеваем опять на левую спицу. Затем надеваем с правой спицы. Все, мы завершили жгут. Теперь возвращаемся к предыдущему. Здесь мы должны тоже 3 петли, 3 первых петли переснять на дополнительную, затем переснять на правую спицу с левой, а затем на левую надеть петли с дополнительной спицы. И теперь этим. Оставшиеся 3 петли. Вот, теперь оно будет. Теперь эти жгуты будут завершены.
Значит, вот я провязала центральные петли от маркера до маркера. И что хочу обратить внимание, значит, с левой стороны вы жгуты перекручиваете только в том случае, если вы закончили здесь их перекручивать. И дальше вяжем по принципу пятки. То есть вот центральные петли провязали. Теперь после маркера 2 петли провязываем лицевой вместе. И поворачиваем вязание. Эту петлю мы снимаем, не провязываем, затянули. Маркер пересняли. И далее вяжем по рисунку изнаночный ряд, как мы обычно вязали. Здесь у нас будет жгут. Мы его провязываем в 6 петель изнаночными. 3, 4, 5, 6. Затем у нас идут 2 лицевые. И еще 2 лицевые провязываем. Маркер переснимаем. Опять 2 лицевых. 1, 2. Еще 2 лицевых. 1, 2. Жгут 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Шесть, 2 лицевые, еще 2 лицевые, маркер пересняли, это у нас раппорт закончился, 2 лицевые, еще 2 лицевые, 6 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, маркер пересняли. Это мы закончили центральные петли. И теперь нам нужно 2 петли провязать вместе, но изнаночной петлей. Причем лицевая у нас здесь была провязана с наклоном вправо. Значит, мы здесь должны провязать изнаночную, чтобы она лицом смотрела влево, лицевая была, а изнаночная будет смотреть у нас вправо. Провязываем таким образом. Значит, нить рабочая перед работой, заводим спицу за работой сначала во вторую петлю, потом в первую. Вот, заводим спицу за работой сначала во вторую петлю, а потом в первую. Вот таким образом. И провязываем изнаночную. Вязание поворачиваем. Значит, здесь это уже будет лицевая петля. Вот она, мы ее провязали. И она у нас будет смотреть вот с наклоном влево. Та, значит, сюда вправо, а это влево. Причем мы ее снимаем так, чтобы не перекрутить ее. Пересняли маркер, который отмечает нам центральную часть шапки. И дальше вяжем по рисунку до того места, где у нас будет убавление. Вот провязала я опять центральные
петли, маркер переснимаю, 2 петли. 2 петли провязываю вместе лицевой, поворачиваю вязание, эту же петлю мы снимаем, не провязывая, маркер пересняли, петлю затянули, и дальше у нас по рисунку опять идет жгут. Вывязываем жгут изнаночными петлями в количестве 6 штук. И так вяжем опять до того места, где у нас стоит второй синий маркер, то есть до конца центральных петель. Вот дошла я по изнаночной стороне опять до маркера, который отмечает нам середину. Вот здесь у нас было убавление. Опять мы убавляем изнаночной петлей. Спицу вводим с внешней стороны. Сначала во вторую петлю, потом в первую. И провязываем изнаночной. Опять работу поворачиваем. Эту провязанную петлю снимаем, чтобы она не перекрутилась. Переснимаем маркер. И опять вяжем по рисунку и делаем убавление с левой стороны. Вот здесь. И так мы должны вязать незаконченными рядами до тех пор, пока все боковые петли у нас не будут в работе. Так, провязали мы примерно вот 23 сантиметра в общей сложности. И теперь нам нужно делать убавление опять. Вот сзади шапки, вот здесь у нас ровно шло убавление по прямой. А теперь нам надо вот сюда скругление сделать. Поэтому мы будем делать убавление. Здесь мы делали по 2 петли вместе, провязывали вот эти 2 петли. А будем сейчас провязывать 3 петли именно в том ряду, где будем соединять жгут, вот в этих местах. Будем убавлять вот в этом месте 2 петли, в этом месте 2 петли. И здесь, вот когда мы вяжем типа пятки, не 2 будем провязывать вместе, а 3. Вот дошла я до того места, где мы как в пятке провязывали 2 петли вместе, а сейчас провяжем 3. То есть сначала заводим в третью петлю, ну точно так же, как и 2 провязывали вместе. Только здесь будет у нас 3. Провязали. Вот у меня маркер будет, где мы убавление делаем. Поворачиваем вязание. Эту петлю снимаем, чтоб не перекрутилась. Вот маркер поставили, что мы здесь делаем убавление. Затем закрываем жгут.
Две изнаночные мы не трогаем, мы их провязываем, как и раньше. Одна и вторая. И теперь нам здесь, вот где вот 4 петли, нам нужно 2 провязать вместе. Мы сделаем это по центру. Значит, маркеры берем, провяжем одну и провяжем 2 петли вместе. И еще одну петлю лицевую. Вместо 4 у нас теперь 3 петли. Затем вяжем опять изнаночную одну и изнаночную вторую. Значит, изнаночные вокруг жгутов мы не трогаем. Опять закрываем жгут. Провязываем 2 изнаночными. Вот после жгута мы провязали 2 изнаночных. И далее у нас идут 4 петли. Вот маркер мы снимаем. Провязываем одну лицевую. Затем 2 лицевыми. И еще одну лицевую. То есть здесь мы тоже убавили одну петлю. Затем вяжем 2 изнаночных. Закрываем жгут. Один, два, три. Пересняли маркер, где мы вяжем по типу пятки. И теперь мы должны вместо 2 петель вместе провязать 3 петли вместе. И вяжем опять изнаночный ряд. Теперь мы будем с правой стороны в изнанке убавлять не 3 петли, как мы сейчас сделали, а только 2. Значит, убавлять мы будем только в том месте по 3 петли и по 2 здесь внутри, когда у нас будет жгут закрываться. Значит, мы уже один раз по 3 петли провязали вместе с двух сторон, и теперь изнаночный ряд заканчиваем, но провязываем только 2 петли вместе. Вот одну и вторую.
6 петель провязываем жгута, 3, 4, 5, 6, 2 изнаночных провязываем, и вот здесь мы сделали убавление, у нас теперь не 4, а только 3 петли, 1, 2, 3, здесь мы сейчас тоже не убавляем. Опять 2 изнаночных, 6 петель жгута, 2 изнаночных. Три петли вместо четырех, две изнаночных, шесть петель жгута, и тоже провязываем вместе. Только 2 петли. Вот 2 петли только провязываем. И поворачиваем вязание. То есть практически у нас получается по 3 петли вместе мы провязываем в каждом шестом ряду. Там, где жгуты перекручиваются. Вот в этих местах, вот где у меня маркеры стоят.